Hey, good evening. This is Isaac with Brothers Metal Roofing. Или... Да, добрый вечер. Сегодня у нас... Я вам буду показывать, как мы делаем двойной стоячий фальц. Я очень впечатлен. Это первый раз. И мы первый раз делаем полностью крышу, кровлю, двойной фальц или механический замок. И все детали. Я благодарю своих помощников, которые помогли мне это сделать. И я очень доволен и рад, что у меня все получилось, и я сейчас... о том, что сейчас я вам буду рассказывать. Итак, немножко мешает свет, но ладно, это оставим. Первое, что мы сделали и обратили большое внимание на тот сектор и потратили много времени. И мы сделали это. Но это не совсем, конечно, совершенно, но стоит все-таки внимания. И мы сделали обход каминной трубы. И это было большой вызов для нас, потому что мы справились. И это прекрасное исполнение, и мы очень-очень довольны, что у нас все получилось. Сейчас немножко поближе. Так, сейчас будет лучше видно. Итак, мы сделали подъем картин, и с обеих сторон мы подняли картину, и здесь радиус у нас получился гармоничный, и здесь мы сделали складку, и здесь мы сделали двойной фальц, здесь с левой стороны тоже двойной фальц. И с этой стороны мы подняли левую сторону, и я вам сейчас покажу, как мы сделали задний фартук вот таким образом. Здесь мы сделали сзади тоже гармоничный радиус, и с правой стороны мы сделали радиус и сделали выход для стекания воды. Итак, мы сделали 24 фута для продуха коньгового. This is our mechanical lock rake edge. И so we fasten a cleat here. Здесь мы сделали на планка, которая закрывает, поворачивает на картину. Здесь мы сделали здесь то же самое, это здесь механическое соединение, и везде двойной фальц на трубе, которая мы проделали отверстие. И сделали вставку через металл, и мы сейчас видим, что очень все плотно.
и сделан на двойной фальш. И картины у нас имеют температурное расширение сверху. Красивая флюгарка в виде такого вида. Я также вам хочу показать мансардное окно, которое мы сделали. И мы сделали серую часть. Здесь у нас идет складка. И здесь слева тоже идет складка. И вы видите, что она поднимается особым образом. Ну, немножко отличается. Но радиус точно такой же гармоничный. И мансардное окно мы выполнили таким образом. И этот радиус заходит до верха и опускается. С правой стороны то же самое. И здесь у нас 2 дюйма. Сейчас я вам покажу, что мы имеем на другой стороне. Задняя сторона, задний фартук. Мы здесь то же самое подняли складку, сделали гармоничные закругление и сделан из одного, из одной картины, слева и справа, вода может стекать по тем, что мы сделали отводом воды. Здесь мы сделали прочное соединение. Вы так также можете видеть, как мы делали вентиляцию конька. И это все видео. Я еще раз сниму еще одно видео, чтобы показать все эти в деталях. Ну а сейчас мы видим сопряжение рыжелобков, 2 рыжелобков. Это очень сложный узел. Вот смотрите. Многие крючки делают здесь ошибки. Здесь мы сделали двойной стоячий фальш. Ну и здесь очень хорошего качества исполнения. Следующая деталь. Я вам хочу показать, как мы сделали сложный узел, когда у нас заканчивается желобок слева, и нам нужно сделать подводку. Здесь мы решили выполнить с левой стороны. И мы решили, как его делать. И мы решили, мы сделали великолепное решение этого узла. Здесь рожелобок идет, подходит к части. И мы решили его продолжить. И здесь не происходит затекания. Здесь у нас планка, которая продолжается маленькой планочкой, аккуратно
гармонично. И на коньке мы поставили тоже такую картину, которая закрывает, получено, крепится к коньку, коньковой планке. Ну, во всяком случае, здесь здорово у нас получилось, мы очень довольны. Мы сделали также вент, канал снизу. И заходит воздух снизу, поднимается и доходит до конька, и там выходит. То есть происходит проветривание. Здорово сделано. Я очень доволен, что все получилось. Здорово. Все получилось. Спасибо за просмотр.